Привет, друзья! Привет! Как дела? Хорошо! Хорошо! Сегодня что будем делать? Сегодня мы не будем готовить Сонечке. Сегодня мы будем делать для Сонечки украшения. Кольца и браслеты. С вот таким вот конструктором. Компании-производителя Батат. Нет, не все. Все. Ну что, кому что делать будем? Маше. Маше что будем делать? Браслеты. И что? Кольца и браслеты? Нет. А он говорит. Давай, смотри. У нас есть 3 заготовки для браслетиков. Я выбираю. Выбирай. Розовый. Бери. А Сонечке какой? Фиолетовый. А маме? Оранжевенький станет? Да. И 2 заготовки для колечек. Я выбираю. Выбирай. Оранжевый. Давай. А я выбираю тогда фиолетовый. Да? А Соня на пальчик, оно большое будет. Ну и что, давай. Давай ты будешь делать себе, а я сделаю, наверное, Соне браслетик. И маме. И маме. Хорошо. Я сделаю Соне браслетик. Не, маме сделаю. Не, а где Соня? Где маме? Маме. Хорошо. Маме делаем браслетик. Я здесь. А у Маши не получается. А что такое? Что такое? Получилось. Так, у меня получилось вот такое мне вот. Мне надо с розовым. Колечко. А тебе надо с розовым цветочком? Давай делать. И вот такой вот браслет со звездой. Так. Мне с розовым. Угу. И фиолетовым. И фиолетовым, давай. Ух ты! Слушай, тогда может хватит тебе еще и бусы сделать? Давай тебе бусы сделаем. Большие, да. А свои маленькие. А у Сонечки вот такой вот браслетик получился. Он такой красивый. Пока ты там собираешь, я уже собрала Сонечке бусы. Вот такие вот прекрасные. И а тут желтенькие, розовенькие. Вот и такие. У меня с розовым. Ну, так а когда мы уже мерить будем? Я доделаюсь. Дайте. Нате. Все? Ну, давай мерить. Да, я сама. Давай. Нет, так же через голову не пройду. Я помогу, Анки, вы такие красивые. Показывайте, что у вас получилось. У меня получилось большие бусы. А что еще у тебя есть? Показывай. Ого, такое красивое колечко. А это что? Браслет. Это браслет? Я смотрю, ты и мой забрала? Да. Так, смотрим, что у нас у Сони. У нас у Сони браслет. Соня тоже забрала мое колечко. И у Сони красивые бусы. И у меня. И у Маши, да. Ставьте мне лайки и подписывайтесь мне на канал. Пока-пока. Пока.